Қайырлы кеш, құрметті ханымдар мен мырзалар. Біз сіздерді Octagon Selection 28 турнирінде көрген шын жүректен қуаныштымыз. Алматы, Қазақстан. Дорогие друзья, добрый вечер. Я рад всех вас приветствовать на отборочном турнире Octagon Selection 28. Сегодняшний карт, сегодняшний вечер. Турнир порадует вас 11 поединками с участием бойцов из Казахстана и Узбекистана. Пожелаем всем бойцам удачи. Құрметті достар, барша жаугерлерге шын жүректен сәттілік тілейміз. Переходим к представлению судей сегодняшнего бойцовского ивента. Главный судья турнира – Саламат Джумабаев. Рефери и боковые судьи турнира – Дауренбек Джакаев, Халил Мамиев, Бауржан Жуманов, Тлек Бафанов. Супервайзер турнира – Павел Берсенев. Судья-хронометрист – Исатай Елемес. И команда катменов – Катмен Про. Итак, переходим к приглашению первой пары бойцов. В синий угол октагона приглашается боец из Казахстана Дильшат Ержанов. Красный угол клетки приглашается его визави в данной схватке. Боец также представляет Казахстан. Асыл Амангельды. Переходим к представлению пары бойцов. В синем углу октагона боец из Казахстана. Ему 26 лет, его рост 178 сантиметров. Его официальный вес 61,2 килограмма. Это его профессиональный дебют в октагоне. В синем углу октагона Дильшат Ержанов. В красном углу октагона его оппонент в данном бою. Боец из Казахстана. Его рост 173 сантиметра. Его возраст 27 лет. Его официальный вес 61,2 килограмма. Это также его профессиональный дебют в октагоне в сегодняшнем ивенте. Боец из Казахстана в красном углу октагона. Асыл Амангельды. Рефери в октагоне Дауренбек Джакаев. Жаугерлер, ортаға! Жаугерлер, ережені білеміз. Ережені тұрмаймыз. Бен мұқтятын тұрмыз. Қазір, Дауренбек Жақаев. Шаршы алаңдағы төреші тиісті нұсқаулықты берді. Спортшылар енді. Ол спортшы осы алаңға шыққандағы басты мақсатын ұмытпау керек. Әрине ол жеңіс. Қалай жеңіс кезеттетіні. Өздерінің шеберлігіне байланысты. Меніңше, әрине менің субъективті көзі қарасын, бұл жекпе-жектің фавориті Асыл Амангельды. Әзірше спортшылар асқар емес, мінекей. Алғашқы джеб. Мінекей, Асылдың сол қолымен жасаған соққысынан кейін. Қазір бізде Дастан, Дильшат Елжан бірден клинч әдісіне көшті. Қазір Дастан. Асыл Амангельды нақтарға айтатын соқ, дзюдодағы подхват әдісімен қарсыласын құлатып алтым неке кәзір. Өзің позициясын оң тайлап, арғарай шабыл өрбітке болады. Неке толыққанды фул маунтқа шығып алды. Мінеке Асыл бұл жерде қарсыласын қолына кимура әдісін жасап, көрге тұрсып жатқан байқап тұрмыз. Мінеке кәзір Дильшат қаншалықты сәт қорған алады кен бұл позицияда. Әзірше сыр берер емес дегенмен, қазір
Я сонмен асыл Амангелді әдісті соңына дейін жеткізе алды. Осылайша өзінің дебюттік жекпе-жегінде жарқын жеңіске жетіп отыр. Мінекей. Данный бой продлился недолго. В первом раунде на 54-й секунде победу болевым приемом одержал боец из красного угла октагона Асыл Амангелді. Двигаемся дальше, и мы с вами проходим к следующему бою. Второй бой отборочного турнира «Октагон Селекшн». В синий угол «Октагона» приглашается Эльдар Турусбеков. Где приглашается его соперник в данной схватке Жанибек Абсаметов. Представлению пары бойцов в октагоне. Это второй поединок отборочного турнира «Октагон Селекшн 28», который пройдет в наилегчайшем весе. В синем углу октагона боец из Казахстана. Его рост 175 сантиметров. Ему 23 года. Его официальный вес 57,2 килограмма. Это его профессиональный дебют в октагоне сегодня. В синем углу октагона Эльдар Турусбеков. Красного угла октагона его соперник в данной схватке. Боец из Казахстана. Его рост 175 сантиметров. Ему 23 года. Его официальный вес 57,2 килограмма. Это его профессиональный дебют в октагоне. Красному углу октагона Жанибек Абсаметов. Рефери в октагоне Дауренбек Жакаев. Ортаган. Жонгерлер, ережен білеміз, ережен ұзбаймыз, мен мұқият мұқындаймыз.
Сонмен алғашқа раунд. Бошылар сақадай сай. Айта кетейік, қос спортшы ең жеңіл салмақта өнер көрсетеді. Яғни 57 келі салмақ дәрежесіндегі спортшылар мінекей. Елдар Тұрысбеков шабуылды оғылмен баса көрге тырысқан еді. Алғашқы медал кейік мінекей. Елдардың орындауындағы. Я бұл жерде қазір Елдар көп ұрысайды өзде бетеңдігінен айырып қалды. Тамаша мінекей. Спортшылардың арасында аса жылдамдықпен қимылдап жатқанын байқап отырмыз. Әрине жеңіл салмақ болғаннан кейін дәл осындай жылдамдық керек. Алғашқы тейкдаун. Қазір Жәнібек Абзаметов толыққанды. Позициясын жақсарта алған жоқ. Мінекей қазір маунтқа шығып үлгерді. Ары қарай осы жерден шабуылды өрбітуге болады. Не, шынтақты іске қосты қазір Жәнібек. Я, мінекей жойқын соққыларды ары қарай іске қосылды. Бірнеше жойқын соққысы Жәнібектің өтті. Сол қолмен де арасында жойқын соққыларын жаудыртып жатыр Жәнібек Абзаметов қазір. Шығып кетуге тырысып жатыр. Бұл жерде қазір Жәнібек үш бұрыш әдісін дайындап отқанға ұқсайды. Мінекей. Толыққанды өзінің бақылауына алды. Жәнібек жекпе-жекті қазір мінекей. Молоток соққыларда іске қосылды. Яғни қолын сынтымен ұратын соққы. Қазір қарсыласының қабағын жарып жібергенге ұқсайды Жәнібек. Я дәл осылай жалғасатын болса Дәуренбек Жақаев бұл жекпе-жекті тоқтатуы тиіс. Өйткені қазір ешқандай мүмкіндік жоқ Елдар Тұрысбековтің бұл позициядан шығып кетуге. Иә, бұл жерде Жәнібек Абзаметов тамаша жекпе-жек көрсетті. Алғашқы раундтың алғашқы минуттарында осылайша техникалық нокаутпен жеңіске жетіп отыр. Әрине бұл жерде Елдар Тұрысбеков жекпе-жекті жақсы бастаған еді. Дегенмен қателіктерге бой алдырып өзі қазір қарсыласының астында қалып қойды. Ал ондай қателікті қарсыластар ешқашан кешірмейтіні анық бұл спортта. Сонымен Жәнібек Абзаметов бой был остановлен на 2 минуте 24 секунде первого раунда. Таким образом, победу техническим нокаутом, удары руками одержал боец из красного угла октагона Жәнібек Абзаметов! Переходим к третьей паре сегодняшнего вечера турнира. Третий бой.
В синий угол октагона приглашается боец из Узбекистана Исмаил Хайриев. Красный угол клетки приглашаем его соперника в данной схватке. Боец из Казахстана. Али Утенов. Представляем вашему вниманию пару бойцов. Бой в наилегчайшем весе. В синем углу октагона. Боец из Узбекистана. Его рост 180 сантиметров ровно. Ему 18 лет. И в официальный вес 57,2 килограмма. Это его профессиональный дебют в октагоне. Боец из Узбекистана. В синем углу октагона. Исмаил Хайриев. В красном углу октагона его визави в данном поединке. Боец из Казахстана. Его рост 176 сантиметров. Ему 20 лет. Его официальный вес 57,2 килограмма. Это его профессиональный дебют в октагоне. Боец представляет клуб Каштимбай. В красном углу октагона. Боец из Казахстана. Али Утегенов. Репери в октагоне Дауренбек Джакаев. Бойцы, правила знаем, не нарушаем. Внимательно слушайте меня. Вы с командой совсем действия прекращаем. Покажите красивый и достойный бой. Сейчас. Удачи. Пожалуйста. Полна. Начинал. Боковой судья. Боковой судья. Главный судья. Боец, вы готовы? Боец, вы готовы? Первый раунд! Али Утегенов бірден шаршалаңның орталығына иелік етіп бірінші номермен жұмыс істеуге көшті. Мінекей қазір. Мінекей тамаша. Мына жерде Али Утегеновтың земен жасаған соққысы қарсыласына дәл тиді. Дәл осы соққыдан кейін бірден Исмаил күресуге бел болған көріп отырмыз. Әлейде қазір өзің күрестен кейін қаншалықты дәрежелі екен көрсетіп жатыр. Не дегенмен тегдауынға беріп қойды қазір Әлей. Бұл жерде расында аздаған басымдылығы бар екен байқап отырмыз. Өзбекстандық спортшының күрестен қазір Али Утегеновке қарсыласын аударып жіберуге тұрсы керек. Мінекей қорғаса қалыпты. Өткенде аяғы қауқар.
Исмаил Хайриев қазір. Мойын ауырту әдзін жаса көріп отырсып жатыр. Бұл жерде Исмаил толқанда фулмаунт қашығы бүлгерген еді. Дегенмен Али сәтті қорғана білді. Азыр Али Кегенов қарсыласын арқасын беріп қойды. Исмаилдың расында греплингі өте жақсы деген екен көріп отырмыз. Айян, Азыр сәт емес, я бұндай қазір өте күшті көп қажет ететін әрекеттер бұл. Қазір екеуі де шаршап қалуы әбден мүмкін. Позицияға талас қазір. Исмаил Хайриев тағы да тейкдаун жасап көрге тұрысып жатыр. Дегенмен әзірше Али Өтегенов барынша сауатты қорғануға тырысып бағуда. Тамаша, екі спортшының күрестенген көріп отырмыз. Дегенмен өзбекстандық спортшы неліген жан кешті соңында дейді. Қарсыласының аяғына жармасып осын әйтеуір құлатып алуға тырысып жатыр. Мінекей Алидің оң қолымен жасаған соққысы. Қазір Алидің бапкерін нұсқаулығын естіп отырмыз ардақты ағай. Тұрып, тік тұрып ұрысты Алиге арасында жекпе-жекте жалғастырған тиімдірек. Өзің басымдылығында байқаған болар Али тік тұрып ұрысты қарсыласына қарағанда. Әзірше мінекей Исмаилдың да аздап ентігіп қалғанын байқап отырмыз қазір. Арын бар әдісін жасып көрді, барынша тырысып жатыр. Али Өтегенов тамаша, мінекей жекпе-жектің аяқталуына санаулы секундтар қалған кезде арын бар әдісін жасап кетті. Али Өтегенов осылайша қарсыласын өзінің байша айтқан кезде қазір мінекі өте тамаша әрекетке көзіміз түсі отыр. Али Өтегеновтың бапкері өзің шәкіртінен бөлік шәкіртінің қарсыласына да су беріп демін басып алуға көмектесіп жатыр. Өте тартысты жекпе-жек. Расында Исмаил данный бой был остановлен на 3-й минуте 31 секунде первого раунда. Победу болевым приемом одержал боец красного угла октагона Али Утекенов!
Продолжаем дальше. Мы с вами добрались до четвертого боя этого турнира. Бой в легчайшем весе. В синий угол клетки приглашается боец из Узбекистана. Санжар Файзиев. Красный угол октагона приглашается его соперник в данном бою. Боец из Казахстана. Кайсар Жаугашар. Переходим к представлению пары бойцов. Бой в легчайшем весе. В синем углу октагона боец из Узбекистана. Ему 20 лет, его рост 181 сантиметр. Его официальный вес 61,2 килограмма. Его профессиональный рекорд 0 побед и 1 поражение. Боец из Узбекистана Санжар Файзиев. В красном углу октагона его соперник в данном бою – боец из Казахстана. Его рост 174 сантиметра. Ему 19 лет. Его официальный вес 61,2 килограмма. Это его профессиональный дебют в октагоне. Боец из Казахстана – Хайсар Жаугашар. Рефери в октагоне – Бауржан Джуманов. А если правила будет знать, не нарушаем. Слушаем, а внимательно. Последние секунды перед стартом этого боя, самые, наверное, волнительные моменты, когда за тобой уже закрывается дверца клетки, все, вы остаетесь один на один с соперником. Ну и рефери тоже здорово сейчас, как Кайсар с дистанции такой двоечкой в челюсть зарядил. Очень ярко выраженный такой хороший ударник, хорошее четкое попадание в челюсть, и сразу же немного смутил он своего соперника Санжара. Переводит в партер, верхнюю позицию занимает. Ну что, здесь нужно теперь разбивать оборону. Понимает Санжар Файзиев риски, с которыми он сейчас столкнется, поэтому всячески пытается вот перекрыть руки соперника для того, чтобы снизить его ударную мощь. Кайсар здесь здорово отрабатывает. Посмотрите, как включает вертушку с двух сторон, слева, справа, при этом и с локтя активно пробивает. Ну и Бауржан Джуманов вынужден этот поединок остановить за явным преимуществом Кайсара Жаугашара. Я Кайсар Жаугашар, Дмитрий Василий Тахтайдын оқушысы екенін көріп отырмыз. Естеріңізде болса, ардақтаған Санжар Файзиев осымен селекшн турниріндегі үшінші жекпе-жегін, авторға айтатын болсақ, екінші жекпе-жегінде жеңіліске ұшырап отыр. Ол бұған дейін селекшн, Октагон Селекшн 23 турнирінде
Михаил Мамедов оказался жить кучегод козы. Жигну полгом был. Да, но бою на 50-й секунде ровно первого раунда победу техническим нокаутом одержал боец из Казахстана Кайсар Жоғашар. Дорогие друзья, уважаемые телезрители, мы с вами стали свидетелями очень динамичных боев. Наш ивент, наш спортивный, бойцовский ивент двигается стремительно, уверенно, быстро. Впереди вас ждут еще более конкурентные бои. Много борьбы, много точных ударов, победы и поражений. Это все впереди. Переходим к пятой схватке нашего вечера. Бой в легчайшем весе. Первым приглашается в синий угол боец из Узбекистана. Шоджохон Абдулманапов. Углу приглашается его соперник, боец из Казахстана Ахжол Исаханов. Переходим к представлению пары бойцов. Бой в легчайшем весе. В синем углу октагона боец из Узбекистана. Ему 18 лет. Его рост 173 сантиметра. Его официальный вес 61,2 килограмма. Это его профессиональный дебют в октагоне. Боец из Узбекистана. В синем углу октагона Шоджохон Абдулманапов. В красном углу октагона его соперник в данной схватке. Боец из Казахстана.
Ему 24 года, его рост 107 сантиметров, его официальный вес 61,2 килограмма. Его профессиональный рекорд – одна победа без поражений. В красном углу октагона – Ахжол Исахана! Рефери в октагоне – Бауржан Джуманов. Зрители, бойцы, поприветствовали. Бойцы, правила боя, знаете, нарушаем. Слушаем мою команду внимательно. После команды стоп, качаем все действия. Удачи. Алла. Дальше раунд. Өте бір тартысты жекпе-жек күтіп тұрғады анық бізді ардақтаған неке. Ақжол Исахан. Шаджохан. Абдуманов арасындағы. Жекпе-жек тартыс мінекей бірден Ақжол аяқты іске қосты. Сол аяқпен жасалған middle kick соққысы. Исахандов қарсыласына қарағанда тәжірибелі. Дегенмен қазір Өзбекстандық спортшы бірінші номермен жұмыс істеп көруге тырысып жатыр. Бір екі соққысы дәл тиген жоқ. Ақжол қазір қарсыласын қателігін күтіп қарсы шабуға жақсы бір әдіс дайындап жүргенін көріп отырмыз. Иә, бұл соққыларды Ақжол көріп тұр. Тамаша, кезекті бір бүйірден жасалған middle kick соққысы. Оу, бұл жерде Ақжол Исаханов бір ауыр соққы өткізіп алды. Қазір тұрып кетуге барынша тырысу керек. Қолын байлап алуға Ақжол. Иә, аздап есеңгіреп қалды бұл жерде Ақжол Исаханов. Шыны керек бұндай соққы өткізеді деп күткен жоқпыз біз спортшыны. Қазір аздап есін өз-өзіне келіп ентігін басып алу керек Ақжолға. Өте дұрыс тактика. Қазір қарсыласын қолын жібермей қалыпқа келіп алу керек. Өте тамаша. Ақжол мінекей тұрып кетуге қазір барынша әрекет жасап жатыр. Жақсы. Асығудың қажеті жоқ. Расында Ақжолға тамаша. Мінекей дізесі земен жасаған соққысы өтті. Я бұндай ашық айқасқан барудың қажеті жоқ. Жаңағындай ауыр соққы өткізіп алғаннан кейін қазір тағы бір соққы жоқ жерден тиіп кететін болса. Мінекей тамаша аяқпен жасаған соққылары. Аперкот арасында дізені іске қосуға тырысқан еді қазір. Соққы алмасу барысында өзбекстандық спортшының дәлдірек екенін байқап қалдық. Қазір бір соққысы дәлдейді. Дегенмен Ақжолда дер кезінде жауап қатты. Аздап тынығып алу керек қазір. Өте бір ауыр соққы өткізіп алған еді. Мінекей тағы да өзбекстандық спортшының бір екі соққысы дәлдейді. Қазір Дәнеш Түнгенбаевтың да біз нұсқаулығын тыңдап отырмыз. Күтіп ал дейді. Мінекей тамаша сол қолмен жасаған соққысы дәлдейді. Тамаша кезекті middle kick соққысы. Бос соққыларды тоқтатпау керек Ақжолға. Бірнешеуі дәлдейді. Қазір Ақжолға өз-өзіне келіп алуға 5 минуттай уақыт беріледі. Бұл жерде қазір өзбекстандық спортшы тим салынған соққы жұмсап жіберді. Әрине бұны әдейі емес екен анық. Иә, бұл жерде өте бір жойқын соққы болған екен. Тартысты жекпе-жек арасында мінекей қарсыластардың деңгейлері бір-біріне
лайықты екен көріп отырмыз. Мінекей, тамашақ жолын тағыда. Оу, мінекей! UFC-дегі Хуакин Бакидің соққысын қайталуға тұрсқан еді Ақжол. Қазір бұл жерде мойны шығарып алу тез алдымен арғары позицияна. Қонтайлығы болады мінекей. Өте тамаша. Қазір. Гарт айнал өту тез. Е, өзбекстандық спортшы да. Мойнан барын жақсып ұстап алған екен. Қазір әуелі Ақжолға мойнын басын шығарып алу керек, ары қарай шабуыл дөріп өтуге болады, бұндай соққылармен. Қарсыласын тұқырту әрине қиын. Қазір Ақжол Исахан мінекей. Қарсыласының бүйірін қызартып жіберді арасында. Дегенмен өзбекстандық спортшы қарсыласының мойнынан қысып ұстап жіберер емес әзірше. Әрине бұл жерде қылқындыру әдісі жоқ дегенмен. Өте тартысты жекпе-жек бұл кездесу, бұл раундта төрешілер кімнің еншісіне жазатыны беймәлім. Қайталау сәтінде міне осы жерде Ақжол бір жойқын соқ өткізіп алды, дегенмен дер кезінде өз-өзіне келе алды бұл жігіт. Әзірше осы турнирдегі ең қызықты жекпе-жектердің бірі болып жатты. Да, один из самых зрелищных, ярких поединков пока на турнире Octagon Selection 28. Шот Жахон Абдуманапов, Узбекистан, и Ақжол Исаханов, боец, представляющий Казахстан в красном углу клетки. Он сегодня бьется. Вне зависимости от результата этого поединка, в целом можно даже такой бой поставить, ну и в основной ростер, может быть, не в главный карт, но я думаю, что именно такой поединок и на широкую публику болельщикам очень-очень понравится. Екінші раунд. Все, начинается второй раунд этого поединка. Бойцы, в принципе, в первой пятиминутке уже хорошо и стойки порубились, и побороться даже успели. Поэтому, я думаю, за вот этот промежуток времени, в принципе, узнали возможности друг друга. Но Ақжолу, конечно же, нужно опасаться вот этого удара с дальней дистанции. Правой прямой, очень хорошо начали у Шоджахона этот удар прошел. И я думаю, что Ақжол сейчас осознает все риски, которые может случиться в поединке с Шоджахоном. Но получится ли этот трюк сейчас повторить Шоджахону во втором раунде? По крайней мере, есть ощущение, что он нацелен на такой хороший точный удар, точное попадание. Вот здесь уже попытался ногой в голову пробить. Легким прессингом таким наступает вперед Ақжол Исаханов. Поймал здесь за ногу. Ну что здесь? Шоджахону нужно активность показывать, безусловно, в этой позиции, иначе партер просто не будет иметь никакого действия. Субтитры сделал DimaTorzok.
уже максимальный такой урон нанести противнику в исполнении Шуджахона. Но вы знаете, и самому ему не просто, когда вот так он поднимается. Ну, посмотрите, попался волевой. Очень четко Аржол здесь, конечно же, сработал, несмотря на то, что несколько раз уже поднимался. Я там еще перегодки за раз, да, Аржол. Джинкса Джол Валдбе, готов к них звар, я не... Я хочу прушать сейчас Аваркала. А, классно. Спортуотер, Ники Узбек, спортшысының өкініштен өзек өртенгерін байқап отырмыз, әрине. Женіс үшін келге Шатхольдра осындай. Уақытна бұрын жемелем деп ойламаған болса керек, әрине, алғашқы раундтағы Ақжолға өткізген бір соққысына кейін өзіне бір аса сен бүлік пайда болған еді бұл жігітте. Дегенмен Исахан жоғарыда айтқан үздай, қарсыласына қарағанда тәжірибелі спортшы. На второй минуте и 19 секунде второго раунда победу приемом одержал боец из красного угла октагона Ақжол Исаханов. Дорогие зрители, мы с вами добрались до шестого боя отборочного турнира Octagon Selection. Бой в полулегком весе. Первым приглашается в синий угол октагона боец из Узбекистана Хумоён Джураев. Октагона приглашается его соперник данной схватки. Боец из Казахстана. Азамат Мырзабай. Переходим к представлению пары спортсменов. В синем углу октагона боец из Узбекистана. Его рост 170 сантиметров. Ему 22 года. Его официальный вес 65,8 килограмма. Его профессиональный рекорд. Две победы и одно поражение. Боец из Узбекистана. В синем углу октагона Хумоён Джураев.
красном углу октагона боец из Казахстана. Его рост 166 сантиметров. Ему 27 лет. Его официальный вес 65,8 килограммов. Его профессиональный рекорд – одна победа, ноль поражений. Красном углу октагона боец из Казахстана Азамат Марзабай. Рефери в октагоне Марат Шамат. Слушаем мою команду внимательно. После команды слова прощаемся все действия. Покажите честный и красивый бой. Удачи. По углам. Что, друзья, у нас шестой поединок нашей сегодняшней программы. Умаюн Джураев с рекордом в 2 победы и 1 поражение. Боец, представляющий Узбекистан, он на наших с вами экранах. И Азамат Марзабай, у которого сегодня 2-й поединок. Но, в общем-то, бойцы, в принципе, готовы уже к большой арене. Ну, Умаюн уже 4-й поединок сегодня. Я думаю, что сегодняшний бой у них такой вот определяющий в плане дальнейшего развития их карьеры. Посмотрите, как сразу же в борьбу ребята перешли. Здесь попытался в треугольник своего соперника Умаюн забрать. Не получилось. На контроле партеры сейчас Азамат Марзабай, но из этого нужно преимущество, конечно же, сейчас какой-то получать выгоду. Вновь в треугольник пытается Джураев соперника своего забрать. И получается, нет, все-таки да. Вырвал на болевой Умаюн Джураев. Ну и, конечно же, опыт, безусловно, он все-таки сказался в этом поединке. Данный бой продлился всего 56 секунд. В первом раунде на 56-й секунде победу приемом одержал боец из синего угла октагона Умаюн Джураев. Продолжение вечера. Седьмой бой турнира. В синий угол октагона приглашается боец из Казахстана Данияр Жанбосан. We'll be right back.
октагона приглашаем его соперника в данной схватке. Боец из Узбекистана Мухаммадьор Игиталиев. Представляем вашему вниманию пару бойцов. В синем углу октагона боец из Казахстана. Его рост 170 сантиметров. Ему 20 лет. Его официальный вес 65,8 килограммов. Его профессиональный рекорд, мировой рекорд. Одна победа и ноль поражений. Боец из Казахстана. Данияр Жамбосын. Красного угла октагона его визави в данной схватке. Боец из Узбекистана. Его рост 174 сантиметра. Ему 24 года. Его официальный вес 65,8 килограммов. Его профессиональный рекорд – одна победа и одно поражение. Боец из Узбекистана в красном углу октагона – Мухаммадьор Игиталиев. Рефери в октагоне – Тлек Бабанов. Приветствую его профессионалы, Павел Азнаев. Трогаем сетку, не трогаем. Моей команды выполняется быстрый счет. All up, the shits. Прочитал. Первый раунд, судьи. Время. Готов? Готов? Бой! Сонмен, алғашқы раунд. Жартылай жеңіл салмақтағы спортшылар Данияр Жанбосын мен Мухаммадьор Игиталиев. Даниярдың алғашқы лаукик соққысы дегенмен аса жойқын емес. Мінекей тамаша сол қолмен соғы жасап бар. Тегдаун жасауға Данияр бірден өшті. Әзірше сәтті қарсыласын құлатып алды. Дегенмен арғарай позициясын жақсартуы тиіс. Қазір мойын шығарып алу керек. Одан кейін барып қана шабуылды өрбітуге болады. Иә, тамаша. Мінекей бір жойқын соққысын жаудыртып үлгерді. Ары қарай партерді жалғастыруға қалаған жоқ. Данияр жалғастыруды Виктор Бурысуды жөн көрген екен. Тамаша. Мінекей хай кик соққысы. Ары қарай мінекей оң қолмен жасаған соққысы Даниярдың дәл тиді. Аздап есеңгіреп қалған байқап отырмыз бұл жерде өзбекстандық спортшының. Бұл жігіттер дәл осылай өнер көрсететін болса, негізгі лигаға жолдамалы тиіс әрине. Өте жоғары деңгейдегі жекпе-жектер өткізіп жатыр. Салыстырмалы түрде алдындағы жекпе-жектерге қарағанда мінекей өзбекстандық спортшының алғашқы соққысы айналып тебіп кенет қарсыласын. Дегенмен қорғанысқа тиді. Иә, Даниярға шашылмай жұмыс істеу керек. Жинақын ақтырға айтатын болсақ, әйтпесе шашап қалуы әбден мүмкін. Әзірше спортшылар аса соққы жасауға асығар емес. Мінекей Даниярдың тамаша айналып тепкен сәті. Дегенмен қарсыласының қорғанысына тиді бұл соққы. Арман Оспановтың стилінде жасалған соққы ғой бұл. Өзбекстандық спортшы шаршаланың орталығын елік еткенмен әзірше шабуыл жасауға асығар емес. Тамаша, мінекей тегдаун. Дегенмен қазір Данияр Жанбосын мойнын беріп қойды. Бұл жерде қылқындыру әдісін жасап кетуі әбден мүмкін. Бетті, 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 бетті
Мухаммед Георгий Гиталиев. Джок. Аньярден. Танасатарл Джатхан. Куртурган Джок. Иендран Мники. Агазер Мухаммед Георгий Агазер. Парншак Савалда Аргарай. Умнадин Житкзу Абдин Мункун был адисте. Я Агазер. Аздап кушал в Абхайтадан Джасап Кургетар Сада. Бұл жерде Дастанға Даниярға нақтырға айтатын болсақ, мойнын шығарып алу тиіс, ары қарай белсенді әрекет болмағандықтан қазір. Тілек Бабанов көрушілерді тік тұрып ұрысуға шақырды. Ашық айқасқа көшті қазір Данияр жан болсын. Тамаша кезекті айналып төккен соққысы. Я бұнда энергияны көп алатын соққыларда жұмсай беруінде қажеті жоқ шығар. Кезек берет ұмтылыс, екі аяғына өтіп көрге тұрсқан еді. Қазір енді ғана мінекей ұқтер мойын. Тамаша қысып алған еді. Фулмаут дегенмен арғарай Данияр позициясын дұрыстап сайлған жоқ. Өзі мінекей қарсыласын қылқындырып көрге тұрсып жатыр. Қазір басын негізі ішіне қарай салып алса әдіс оңтайлы болар ма еді деген ойдамыз. Оңына дейін жеткізе алар ма екен дегенмен өзбекстандық спортшы берілер емес. Мінекей дүзені қазір Данияр іске қосты. Өте жақсы. Бұл жерде басты сыртқа емес, қазір ішіне қарайды, ішіне салып бар. Қықындырып көрсе, бәлкім бұл әдіс сәтті болар ма еді қазір. Данияр жан босын қарсыласына қықындырасын жасап көрге тұрысып жатыр. Дегенмен аса сәтті деп айтуға келмес қазір. Мұхамедиор басын шығарып алуға сәл ғана. Жетпей тұр, мінекей бәрі жақсы деген. Қимылды да көрсетті. Я қалжыр бұл жерде Даниярдың өзі қол тұрсып алғанға ұқсайды. Әдісті әрине көп күш қажет ететін әдіс. Алғашқа 10-20 секундта бұл әдіс шықса шықты, шықпас ары қарай. Соңына дейін жеткізу әрине қиын. Неке жекпе-жектің алғашқы раундтың жарқын сәттері. Данияртың азығын басымдылығы болды деп айтуға толық негіз бар. Я бұл кездесу, екінші раундқа созып отырған. Сонымен екінші раундты бірден Данияр шабуылмен бастады. Алғашқы қолдан жасаған соққылар дәл тиді. Ары қарай мінекей тейкдаун. Бұл жерде абайлау керек. Қарсыласы үш бұрышын әдісін жасап кетуге қазір тырысып жатыр. Я өте дұрыс. Аяғын сырып тастап қазір жанға шығып алуға болады. Екінші аяғын қазір салып алу керек Даниярға. Өз енді қарсыласының астында қалып қойды. Я спортшылардың тынысының тарылған арасында бізге де жетіп отыр. Бұл жерде тыныс алулары қиындап жатыр барған сайын. Бұл жерде аяқты салмай қылқындырасын жасау әрине қиын. Белсенді әрекет болмағандықтан қазір
Төреші спортшыларды тік тұрғырсыға шақырды. Мінекі өте дұрыс шешім. Спортшылардың шаршап қалғанын байқауға болады. Тамаша. Олау кек соқысы. Мінекі соқ алмасу барысында Даниярдың сәл де осы басымдығын байқауға болады. Дегенмен Данияр бұл жерде тыныс алуы барған сайын қиындап бара жатыр. Ал қарсыласы әзірше тың қар Даниярға қарағанда. Ну что, у нас второй раунд поединка. Даниар Жанбосен, Мухамадьор Игиталиев. Боец, представляющий Кыргызстан, Узбекистан в красном углу. И казахстанский файтер Даниар Жанбосен. Он, соответственно, в синем углу. Очень тяжело так задышали уже во второй пятиминутке. Хороший такой... удар ногой с разворота сейчас в исполнении Мухамадьор мы увидели. Жесткий размен ударами со стойки. И Мухамадьор пошел в борьбу. Тайкда он сейчас в партер сразу же переводит. Но залежался он здесь, поскольку сам попал в не очень удобную позицию. Ну что... Да, досрочная победа. А Мухамадьора поймал он все-таки своего соперника. На третьей минуте восьмой секунде второго раунда победу удушающим приемом одержал боец из красного угла октагона Мухамадьор Игиталиев. Дорогие зрители, мы с вами добрались до восьмого боя сегодняшнего вечера. Бой пройдет в легком весе. В синий угол октагона приглашается боец из Казахстана Адлан Умаров. Thank you.
красный угол октагона приглашается его соперник в данной схватке. Боец также представляет Казахстан. Ерсенбек Бернебай. Представляем вашему вниманию пару бойцов. Бой в легком весе. В синем углу октагона боец из Казахстана. Его рост 180 сантиметров. Ему 20 лет. Его официальный вес 73 килограмма. Это его профессиональный дебют в октагоне. Боец из Казахстана. В синем углу октагона Адлан Умаров. В красном углу октагона его визави в данной схватке. Боец также представляет Казахстан. Его рост 183 сантиметра. Ему 19 лет. Его официальный вес 73 килограмма. Это его профессиональный дебют в октагоне сегодня вечером. Итак, боец из Казахстана. В красном углу октагона. Ерсенбек Бернебай. Рефери в октагоне Тлек Папанов. Давайте на середину. Поприветствовали. Вы профессионалы, правила знаете. Кикировку не трогаем, сетку не трогаем. Мои команды выполняются быстро и четко. По углам защищайтесь. Ну и наступление сейчас от рефери этого поединка. Дверь клетки закрывается. Последние секунды до старта боя. Первого в карьере, дебютного для двух бойцов. Ну, видим, как оба спортсмена заряжены на победу. Очень такой жесткий обмен взглядами сейчас у них произошел. По ногам сейчас так с дистанции Ерсенбек отрабатывает. Это очень опасные и коварные удары. Бойцы, которые правильно умеют пользоваться ударами с ноги, зачастую могут просто вот так вот снести соперника, даже уже в первой половине боя. Ну, Адлан Умаров аккуратно так пытается к сопернику своему подобраться, очень... Высоко вперед переднюю левую руку вытаскивает. Правой прямой с ноги попытался пробить. Здесь ответный выстрел уже Ерсенбека. И уже Ерсенбек начинает своего соперника прессинговать. Обменялись так вот ударами Ерсенбек и Адлан Умаров. Больше, наверное, все-таки друг к другу сейчас присматриваются бойцы. Только хотел сказать, что не было попыток прохода в ногу, как здесь Ерсенбек попробовал ногу пройти, что это была попытка в партер перевести. Но Адлан хорошо прочитал этот замысел. И посмотрите, как шею сейчас на контроль берет. Снизу очень здорово. Посмотрите, как с колена пробивает. И вновь в партер своего соперника переводит. Здесь уже
Ирсенбеков в гарде его закрывает, но Адлану нужно сейчас активность показывать, безусловно. Без этого никак. Можно здесь и с локтя, конечно, попробивать. Это очень жесткий, разрушительные удары. Да, и все, на добивание пошел Адлан Умаров. И одерживает победу в середине первого раунда. Немножко так не очень он доволен собой. Может быть, думал, бой посложнее выдаться. Но получилось так, как мы сейчас с вами увидели. На третьей минуте 9 секунде третьего первого раунда победу техническим нокаутом одержал боец из синего угла октагона Адлан Умаров. Переходим к девятому бою отборочного турнира «Октагон Селекшн». Девятый бой турнира. Бой в полусреднем весе. В синий угол «Октагона» приглашается боец из Казахстана Тамерлан Жакенов. Красный угол приглашаем бойца из Казахстана. Моя один, Заров один. We'll be right back.
пары спортсменов. В синем углу октагона спортсмен из Казахстана. Его рост 181 сантиметр. Ему 19 лет. Его официальный вес 77,1 килограмм. Это его профессиональный дебют в октагоне. Боец из Казахстана. В синем углу октагона Тамерлан Джакенов. В красном углу октагона его соперник в данной схватке. Боец из Казахстана. Его рост 177 сантиметров. Ему 18 лет. Его официальный вес 77,1 килограмм. Это также его профессиональный дебют в октагоне. Желаем удачи. Боец в красном углу октагона. Боец из Казахстана. Маятдин Зарафаддин. Рефери в октагоне Тлек Бабанов. Поприветствую, вы профессионалы, правила знаете. Трогай, не трогай, всех не трогай. Моя команда выполняется быстро еще. По углам, защищайся. Прижал. Угол. Первый раунд, судьи. Время. Готов? Готов? Сонымен алғашқы раунд Тамерлан Жакенов пен Маятдин Зарафаддин арасындағы жекпе-жек. Бұл жерде Тамерлан Жакенов қарсыласына қарағанда. Физикалық тұрғыдан басымдық бар екен байқалып отыр. Мінекей қазір Маятдин аяққа кіріп көруге тырысқан еді ары қарай. Тамерлан бірден қарсыласының артын өтіп кетті. Мінекей бұл жекпе-жек дәл осы кейде жалғасатын болса. Айтып біз ауыз үлгерген жоқпыз. Уақытынан бұрын аяқталуы тиіс деп бұл жерде. Маятдин Зарафаддин жалпы. В первом раунде на 32-й секунде победу техническим нокаутом одержал боец из синего угла октагона. Тамерлан Джакенов! Дорогие зрители, мы с вами добрались до предпоследнего боя сегодняшнего ивента. Итак, 10 бой вечера. Бой пройдет в полусреднем весе. Первым приглашается в синий угол боец из Узбекистана Азизхан Азимов. Красный угол октагона приглашаем его соперника в данной схватке. Боец из Казахстана Айдос Хоштай. Yeah.
переходим к представлению пары бойцов. В синем углу октагона боец из Узбекистана. Его рост 108 сантиметров. Ему 27 лет. Его официальный вес 77,1 килограмм. Его профессиональный рекорд – 2 победы и 1 поражение. Боец из Узбекистана – Азизхан Асимов! В красном углу октагона – спортсмен из Казахстана. Его рост 177 сантиметров. Ему 26 лет. Его официальный вес 77,1 килограмм. Это его профессиональный дебют в октагоне. Боец из Казахстана. Айдос Коштай. Прежде раунд. Алғашқы раунд мінекі. Поединок бойцов полусреднего веса 77 килограммов. Азизхан Азимов, Узбекистан, и его соперник Айдос Коштай, боец, представляющий Казахстан в красном углу, и его соперник из Узбекистана, который сегодня свой четвертый поединок уже проводит с рекордом в 2 победы и 1 поражение. Он сейчас идет и здорово сейчас он выбирается из этого положения. Бросок и сразу же в партере, но уже верхнюю позицию Азизхан занимает. Сегодня у него четвертый бой, в отличие от соперника, который в смешанных единоборствах дебютирует. Ну, в принципе, Азизхан уже за счет своего опыта вот так понимает, что нужно делать. Попытка здесь шею на удушающе забрать. И Айдос Коштай здорово выбрался из этого положения. Могло получиться крайне опасно. Но вот часто он сам спиной пытается к сопернику повернуться. Чего делать категорически нельзя, потому что отсюда может и удушающе прилететь, когда твой соперник за спиной у тебя находится. Вроде бы на добивание Азизхан уходил, но немножко сбавил обороты и вновь пошел на добивание. Если не будет обороняться, то, конечно, бой будет сразу же остановлен. Рефери не стал углублять ситуацию и принял решение поединок остановить. И у Азизхана Азимова теперь рекорд становится в 3 победы и 1 поражение. Минуте 40 секунде первого раунда победу техническим нокаутом одержал боец из синего угла октагона Азизхан Асимов. We'll be right back.
Дорогие зрители, мы с вами добрались до финального боя сегодняшнего спортивного ивента. 11-й бой вечера. Бой пройдет в полусреднем весе. В синий угол приглашается спортсмены из Казахстана. Нозим Зиодулоев. Следом приглашается его соперник в данной схватке. В красный угол приглашаем спортсмена из Казахстана. Азизбек Адильбеков. Переходим к представлению пары бойцов. В синем углу октагона спортсмен из Узбекистана. Его рост 180 сантиметров. Ему 26 лет. Его официальный вес 77,1 килограмм. Это его профессиональный дебют в октагоне. Спортсмен из Узбекистана в синем углу октагона. Нозим Зиодулоев. В красном углу октагона его соперник в данной схватке. Спортсмен из Казахстана. Его рост 175 сантиметров. Ему 26 лет. Его официальный вес 77,1 килограмм. Его профессиональный рекорд. Одна победа без поражений. В красном углу октагона спортсмен из Казахстана. Азизбек Адильбеков. Рефери в октагоне Халил Мамиев. По всем осенью. По всем правилам знаем, не нарушаем, не можем слушать команду. Пусть команда стоп, когда сейчас есть. Пожалуй, руки. По углам. Я Азизбек тәжірибесі бар спортшы, осы уақытқа дейін Octagon Selection 25 турнирінде жекпе-жек өткізіп, Темірхан Карымбаевтан басым түскен болатын, мінекей сол өзінің жеңісті жолын жалғастыру үшін қазір Назим Зиадуллаевқа қарсы кездесу өткізеді. Осы кездесуде Азизбек Әділбеков өзінің жақсы жағынан көрсетіп, тамаша бір жеңіске жететін болса, бұл жігітті біз Октагонның негізгі лигасынан көруіміз әбден мүмкін. Өйткені екі рет селекшн турниріне жеңіске жеткеннен кейін келісімшарт беру тиіс дегенмен, Назим Зиадуллаев бұл жерге жайдан жай бекерден бекер келмегенін көрсетіп отыр. Бірден қазір сириялы жойқын соққыларын жаудыруға көшті. Мінекей қазір Азизбек Әділбеков қарсыласының қателігін аса сәтті пайдалана алды деп айтуға толық негіз бар. Дегенмен соңына дейін әдісті жеткізе алған жоқ. Қазір Азизбек Әділбеков тегдаун жасап көруге тырысып жатыр. Дегенмен оған Назим Зиадуллаев аса бір мүмкіндік берер емес. Қазір бұл жерде тіземен теуіп алуға болады қарсыласын.
дегенмен Айзбек басқа тактиканы, басқа тактикаға көшуге көшуді жөн көріп отыр. Яғни ақтарға айтат болсақ, тегдаун жасауға қазір барын жатырсып жатыр. Қарсыласын бір аяғын алып ап қазір құлатып көруге тырысып жатыр. Дегенмен Назим Зиядулаев оған аса бір мүмкіндік берер емес. Қазір Назим өзі басымдықты жаймен деп өз қолын алып жатыр. Бұл жерде аса бір белсенді әрекет болмағандықтан төреші жекпе-жекті шаршы алаңның ортасына жалғастыруға көшті. Әзірше спортшылар асығар емес. Заключительный поединок нашей сегодняшней программы «Октагон Селекшн 28. Назим Зиядулаев и Айзбек Адильбеков. Два бойца, представляющие Казахстан. Назим в синем углу клетки, Айзбек, соответственно, в красном. Хорошо, здесь Айзбек сейчас соперника своего поймал. С разворота пытался Назим пробить, но почувствовал этот маневр в исполнении Назима. Айзбек Адильбеков немного отошел назад и сразу же в обратной атаке пытался пробить. Да, немного зацепил, не сказать, что было прямо это сокрушительно, но тем не менее маневр был понятен. Осторожнее, еще немного бойцы. Смотрите, Назим сейчас свернул с ноги, потом с руки достал соперника. Едва наносили октагона здесь Айзбек не оказался. Ну, тут, по всей видимости, бой такой до первой ошибки кого-либо из бойцов. С ноги здесь Айзбек проверил Назима. Пока осторожничает Назим, но его удары с дальней средней дистанции несут в себе большую опасность. Больше со стойки сейчас предпочитают работать и Айзбек, и Назим. Как здорово сейчас, а? Поймал, попытался, что подпрыгнуть, по всей видимости. Айзбек, капа слетела. Но Зима. И шанс подняться. Стойку получил Айзбек Адильбеков. Ничего себе, какая концовка. Поединка буквально с одного удара сразил своего соперника Айзбек Адильбеков. Давайте на повторе сейчас мы обязательно посмотрим этот эпизод. И Халил Мамиев так здорово среагировал в этой ситуации. Понял, что ни в коем случае нельзя давать уходить на добивание Айзбеку Адильбекову. Тяжелый нокаут, по всей видимости, падает. Но Назим Зиядулаев. Сіздермен бүгінгі Octagon Selection 28 турнирінде бірге болған мен Дәурен Түркбай және мен әріптесім Данияр Кәрімжан. Жеңісті күндері жүздескенше ағай.
Данный бой был остановлен на 4:53 секунде первого раунда. Итак, победу нокаутом одержал боец из красного угла октагона Азизбек Адильбеков! Спасибо, что присоединились и смотрели отборочный турнир «Октагон Селекшн 28». За всеми новостями следите в наших социальных сетях и на нашем YouTube-канале. «Октагон» покажет. Хош соу волн зардо стар.